У ефірі програма «Навін регіону» у студії Крістіна Кранкевич. Вітаю вас. Коротко про некоторые матеріали випускам. Хвилина мовчання і урочистий марш. Мероприємство до Дня оборонця Айчини. Скарб Ялиничаў у День белорусского письменства. Захованная фреска 18-го стагодзя з'явится у экспозиции нового районного музея. Актуальная идея у межсезонье для предприемства. Бобруйская фабрика отшивает товар для потребов медтехники и приватных организаций. Святочные мероприемства, присвеченные Дню оборонцев Айчины, прошли по всей области. У Могилеве на площади Славы или Овечного огню хвилиной молчания ушановали героев Великой Айчины и тех, кто обновлял город с руин у послевоенные годы. Протягнулось святкование у концертной зале Могилев. Гоноровые грамоты от областной вертикали военного комиссариата отримали не только военнослужащие. Словы удячности за молодое поколение гучали так само у адрес батьков, чьи сыны зараз проходят терминовую службу. День оборонца Айчыны и Узброеных сил Беларуси – это свято, якое объединяет героичное минулое и сучасное. Молодые люди у погонах достойно протягивают традиции мужных протков. Я считаю, что любой человек, который служил или служит, он достоин своей родины. Патриотизм – это любовь к родине, когда вы гордитесь, любите свою родину. Учите ее историю, знаете ее. Я брал пример со своего дедушки, он у меня военный. Он был всегда для меня примером и будет примером. А подчас урочистого концерта, что отбылся у концертной зале Могилев, военный гарнизон подяковал батьков солдат, которые годно проходят терминовую службу. Так само за поспехи у боевой подрыхтовцы, за самоданные относины до выполнения службовых обовязков, гоноровые грамоты от областной и городской улады отримали деючие военнослужащие. Праздник всех людей в погонах, а в современных условиях это даже те, кто не в погонах, но все равно обеспечивает поступательное развитие нашего государства. Сёлета мы святкуем 75-годзе великой перамоги и за мирное небо удячны як ветеранам, так и усім, хто носить погоны. Татьяна Сергійчык, Миколай Соболев, Новини региона. Радио Могилёв и областное управление Министерства по надзвычайных ситуациях зладили суместный квест для сапраўдных мужчин. У якости галоўных удзельнікаў радиослухачы, якія про бесплатную акцию даведаліся з Могилёўскай FM-хвалі. С карты у руках радиослухачи проходит бесплатный квест по безопасности. Правила простые: выполнил задание, отримал ключ, начинай черговую миссию. Например, у задымленном покое. Правила безопасности повторяли как на теории, разгадывали ребус, так и на практике. Я подписан на инстаграм радио Могилев, увидел пост о квесте, который будет проходить 23 февраля, решил отметиться, поставить плюс, меня пригласили. Вот, пожалуйста, я здесь. Нам очень понравилось, мы являемся слушателями радио Могилев, узнали об этой акции, что проходит такой квест, и решили попробовать. С кем пришли? С сыном. Ярослав доведался у Тымлику и как правильно потушить пожар. Песком, водой. Я теперь знаю, что должен делать настоящий мужчина в беде, и буду стараться всегда помогать окружающим людям в такой ситуации. Очень важно уметь действовать в чрезвычайных ситуациях. В нашей жизни они встречаются достаточно часто, и чтобы не растеряться и представлять, если, например, утечка газа, если где-то что-то вспыхнуло, какой-то пожар, если человеку плохо, если человек тонет, то это все то, что пригодится мужчине. Данный квест – это тоже одна из форм преподнесения правил безопасности. Здесь уже в игровой форме мы напоминаем о том, что необходимо соблюдать, какие правила безопасности необходимо соблюдать, чтобы обезопасить свою жизнь, свое здоровье и жизнь и здоровье окружающих. Ну и тем более, я считаю, каждый мужчина должен знать и, в принципе, соблюдать все эти правила. Вось добывают опошний ключ и отчиняют куфр с подарунками. Але головное, все удельники ведают, как поводить себе у надзвычайных ситуациях. И это сертификат тому подтверждение. Юлиана Шлыкова, Миколай Соболев, Новини региона. Ленинский район Могилева подвел выники 2019-го. Так, на дошцы Пашаны з'явились 24 новые имены и назвы 18 предприемств района. За добросумленную працу по сотни лепших представников своей профессии отримали гоноровые грамоты. У зале люди, яких отзначили за их працу. Наставники, урачи, представники предприемства района.
Уже третий год мы работаем первые в инновационном проекте. Это очень почетно для нас. Я работаю в наркологическом диспансере. Достаточно такая тяжелая, напряженная работа. Определенная категория пациентов. Открытость для них, направленность на оказание им квалифицированной помощи, оказание поддержки. Ну, это приводит, дает какие-то определенные результаты. Полсотни гоноровых грамот и 24 имена занесены на дошку пошаны Ленинского района. Сярод лепших у своей профессии и режиссер телерадиокомпании «Могилёв» Инна Данилевна. Ленка. Кветки и гоноровые грамоты, как подяка за добросумленную працу. Узнагородили и представников социальной сферы. Сярод лепших – Могилевская городская больница худкой допомоги, Центр социального обслуговывания насельства Ленинского района, гимназия, колледж мастерству. Всегда приятно, когда оценивают твои успехи, а главное не твои успехи, а успехи того коллектива, тех детей, тех преподавателей, педагогов, которые есть у тебя. Тем более этот год для нас был очень знаковым. Мы отметили наше столетие, наша гимназия колледж искусств в этом году исполнилось 100 лет. Старались, трудились, максимально сокращали затраты, максимально увеличивали отдачу, производительность труда. Вложили порядка 4,5 миллионов белорусских рублей. Цифры говорят за себя. И за это я выражаю огромную признательность всем труженикам Ленинского района за их вклад в развитие района, города и области. Наступивший 2020 год не будет легким. Приоритетным направлением развития экономики на текущий год остаются рост экспорта, внедрение передовых технологий, создание новых высокопроизводительных рабочих мест. Расширение ассортимента выпускаемой продукции способно заменить иностранные аналоги, освоение новых внешних рынков. Доля Ленинского района у формировании прибытку областного центра складая каля 80%. И у этом заслуга менавіта працовных коллективов. Юлиана Шлыкова, Дзяніс Жавіна, новини региона. Захаваная фреска 18-го стагодзі, якая калісті упрыгожвала Бялынінскі касцёл кармелітаў, з'явіцца ў экспазіцыі новага Бялынінскага районнага музея. Яе ўбачыць найперш госці Дня беларускага пісьменства, які адбудзецца ў Бялынічах. Над фрэскай цяпер працуе ў Мастиславе мастак-рэстаўратар Юры Маліноўскі. Оргкамітэт прыняў рішэнне часць жывапісі, ранее адслоенай у манастыре, возвратить назад в Бялынічы, в новый музей. Фрэска калісьці упрыгожвала Бялынінскі манастырскі будынак. Гэта узыходжанне на Галгофу. Яе намаляваў манах-мастак Іосіф у 1761 годзе. Руіны касцёла знішчылі у 1978. Але да гэтага Юры Маліноўскі і яго калегі-рэстаўратары здолелі выратаваць, адслаіць фрэскі кавалкамі тынкоўкі. Мастацкая выява сёння існуе ў фрагментах, іх каля паўсотні. Але да таго, як фрэску зноў збяруць, іх трэба расчыстіць, таму што за савецкім часам касцёльны жывапіс неаднаразова замалёўвалі і затынкоўвалі. За перыяд, когда манастыр был без кровлі, значит, ну, происходят определённые хімічныя працэсы, когда начинают интенсивно идти солі на поверхность, и соли образуют так называемую емчугу. Это стекловидные такие кристаллические структуры. Поэтому, если, допустим, вот чистишь, то такой звук иногда бывает как по стеклу. Карпатлівая праца будзе доўжыцца яшчэ некалькі месяцаў. Пакуль нават на гатовых фрагментах цяжка ўцяміць, што намалявана. А як выглядала ўзыходжанне на Галгофу, цяпер можна пабачыць у макеце, які зрабілі рэстаўратары для экспазіцыі «Захаваная спадчына» у Магілёўскім музеі імя Масленікава. Там сабрана адна з трох выратаваных фрэсак – «Ператварэнне Гасподні». А фрэску, якую цяпер рэстаўруюць, збяруць адну выяву ў новым Бялынінскім музеі. Глядзіце более про захованную Бялынінскую фреску у информационно-аналитической программе «Днями». Штогод 21 лютого во всем свете означается День родной мовы. Это свято обвешчено Ассамблеей ООН с метой сближения культуры и подтримки мовной разностайности. Нарочи, поводле ЮНЕСКО, белорусская мова является самой милогучной после итальянской. До Дня родной мовы по всей Беларуси проходит шерох мероприемств, не застается у Баку и Могилёвщина. Ён нараджаецца яшчэ ў маленстве.
Диктовка – самый популярный способ проверить свои веды у день родной мовы. У Могилевском экономичном профессионально-техничном колледже эту махчимость вырашили выкрастать не студенты, а выкладчики. Свято родной мовы отзначается каждый год, але гэтым разом особливо масштабно. У тем лику у колледжа полторы десятки мероприемств, у сярод их конкурсы, концерты и экскурсии. Гэтая речь – это наш белорусский народный код, скажем так. Тому каждый белорус, ну, тем лику и я, повинен гэтая речь ведать как бы самого маленького. Про это рассказывала мне бабуля. Увогуле день родной мовы – одно из мероприемств, якое у гэтай навучальной установе отзначают особливым чином. Выкладчики да яго нават складают верши. Не польской, немецкой и нават не русской. Ты родная мова земли белорусской. Нема нават слов, каб тебе передать. Я буду тебе все жыццё шановать. У колледжа отзначают про любовь до Беларуси, про каштовность культурной спадчины. Тут кажут каждый день. По всем направлениям этноса. Мы работаем и соломка, и плетение из вазы, и декоративное изделие на льне, художественные изделия. Дарья Семенько, Миколай Соболев, Новин региона. Кастрычніцкі РАУС Магілёва адшукувае без вестак зніклага жыхара абласнога цэнтра Віктара Міхайлавіча Незаўцова 1946 года нараджэння. 20 лютага каля 9 гадзін раніцы ён пайшоў з дому ў невядомым накірунку і на сувязь не выходзіць. Прыкметы мужчыны. На выгляд яму 70-75 гадоў, рост 170-175 сантыметраў, валасы сівыя, ёсць залысіны. Быў апрануты ў чорную балонівую куртку, чорныя джынсы, кашулю ў клетку светла-карычневага колеру, чорныя чаравікі на шнурках. Мужчына можа мець патрэбу ў медыцынскай дапамогі. Калі вам што-небудзь вядома, дзе знаходзіцца Віктар Незаўцоў, паведаміце пра гэта па тэлефонах, якія вы бачыце на экране, альбо па тэлефоне 102. Восемьдесят тысяч марлевых повязок вырабляет штодня открытое акционерное товариство «Славянка». От 6 лютого Бобруйская фабрика отшивает товар для потребов белмедтехники и приватных организаций. Маски будут шить, покуль на их будет попыт. Бригады шиють марлевые повязки у кожном цеху. Такую працу штодня выполняют около 400 швачек «Славянки». Предприятие «Белмедтехника» заказало 300 тысяч штук. Их заказ уже выполнен и выпуск продолжается. На данный момент произведено около 500 тысяч штук. «Славянка» отшивая маски не первым разом. Это уже здаралось в 2009 году у эпидемии гриппу. И теперь такие выробы актуальны, бо люди хотят оборониться от вирусов. Это дотычится не только перастярогов на конт коронавирусу. Грипп – так само грозное захворывание. Тому товар «Славянки» сегодня потребен. Производительность у нас очень большая. Допустим, бригада, если у меня 38 человек, то выпуск за смену – это где-то около 8 тысяч масок в день. Повязки шиются у 4 слои из натуральных материалов, тому их можно мыть и обновлять. А як работницы «Славянки» ставятся до своей продукции. А сами готовы носить такую маску? А почему бы и нет? Приходится, носим, одеваем, если надо. Где-то в домашних условиях, если есть ребенок маленький, заболеешь, носим. Но лучше не носить, чтобы они нам не понадобились. Боитесь коронавируса? Конечно. А гриппа? Ну, еще так. Ну, не хотим болеть. Тогда всего вам хорошего и здоровья. Спасибо. Мы лучше пошьем, чем носить. Пускай люди пользуются на здоровье, лишь бы они болели. Марлевые маски для обороны от вирусов – это добрая коммерцийная идея для фабрики у межсезонья. Тем более, что у «Славянки», как и у шерегу інших предприемств, есть проблемы с поставками тканин с Китая. Замовы бобруйчан партнеры пакуль не выполняют, бо предприемства у Китая не працуют до специальных распоряджений. Илона Иванова, Юра Уласцов, новини региона. Звернуться с питаниями до представников улады жыхары в области смогут по традиции у субботу 22 лютого. Прямые телефонные линии пройдут и у Могилеве, Бобруйску, а так само во всех райвыконкамах в области. Так, с 9 до 12 годин у Могилевским облвыконкаме прямую телефонную линию проведет керавник справами Рыгор Воронин. Коли у вас есть пытание по контролю за выполнением документов, ти по работе со зворотами громадян и юридичных особ, телефонуйте номеру Могилеве 50 18 69.
Могилевский спорткомплекс «Олимпиец» принимает чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Тут собрались мощнейшие атлеты, как продемонстрировать свое лидерство и показать высокие выники. До того ж, звичайно, тут отбываются рекорды, и болельщики рассчитывают увидеть черговые перемоги у этой борьбе за худкие секунды и далекие метры. Долучайтесь. И про надворье. У субботу оно будет цалком комфортным. У день плюс 3, 8, переважно без опадков. А вось до дня оборонца Айчины святочная картина крыху сапсуется. Не глядяши на то, что у день слупок термометра поднимется до плюс 7 градусов, на большей части территории чекаются короткочасовые опадки у выгляде мокрого снегу и дождю. А порывы ветру могут досягать 15-20 метров за секунду. И попередние опадки на наступном тыдне захаваются, а зима нехай с незвычайно высокими температурами будет развитываться с нами мокрым снегом. Актуальные новости в области на сайте tvrmogilev.by, в группах у социальных сетках. Я с вами развитываюсь и ожидаю добрых новинок. До встречи!